всех людей мира есть намерения, идеи, мысли, детские и другие мечты. Средний человек думает за жизнь 1 миллиард слов и видит 100 тысяч снов. Думать легко. А брать эти мысли и превращать их через действие в реальность – это самое сложное в мире. И все мы – результат суммы всех наших действий, а не намерений. Люди в реальности отличаются не мыслями, а больше тем, что одни делают, а другие нет. Все очень просто. Судят нас тоже только по действиям, а не потому, что происходит в нашей голове. В конце стоит только действие. Я либо сделал, либо нет. Да, это здравый смысл, но никто так не делает. Очень мало людей, которые отличаются постоянными, мощными действиями. Это редкость. Это огромное конкурентное преимущество в мире. Больше всего человек отличается действием, и нет ничего более мощного и более красивого, чем красота действия. Главный секрет больших достижений очевиден. Это готовность делать те тяжелые вещи, которые большинство людей никогда делать не будут. Самое сложное решение – это всегда решение начинать действовать. Мысли о смерти могут быть сильной мотивацией начинать. И я не боюсь. Нам всем надо решать, на что тратить те 700 тысяч часов ценного времени, которые у нас есть в жизни. Было бесконечно времени до нас и будет после нас. Это делает каждый мой час для меня сокровищем. Этот день сегодня, такой, какой он есть, никогда больше не повторится. Я не буду тратить свое время впустую. Я буду ценить его максимально и действовать. Сейчас это важно. Наше время такая драгоценность, что надо его менять только на свои мечты и цели. Я хочу положительно повлиять на мир. Я не хочу унести свои детские мечты в гроб в своей голове. Почему мы не делаем то, что хотим? Какие отговорки сегодня? Мы ждем идеальный момент, который никогда не придет. Мы ищем легкий путь, которого нет. А что ты сделаешь? Когда я наблюдаю за детьми, я всегда удивлен, насколько у них много энергии. Они как генераторы энергии, как микроатомные станции. Они полны радости, предприимчивости. Как можно оставаться таким всю жизнь? Мы учимся через действие. Мы растем через действие. Мы побеждаем через действие. Самый большой риск – это бездействие. Самое лучшее время посадить дерево было 20 лет назад. А на втором месте – сейчас.